Есть такая работа – людей спасать. Об этом ученики начальной школы узнали от самих сотрудников МЧС. В пятницу в парке Степанова прошла профилактическая акция «Линия пожарной безопасности». Сегодня у нас программы предусмотрены непосредственно проведение конкурсов среди младших классов, школьников, а также студентов с целью их непосредственного знакомства с пожарным делом, с пожарной профилактикой и профилактическими мероприятиями, которые мы организуем на территории города Иваново. Чтобы ребята лучше усвоили информацию, пожарные решили меньше говорить и больше показывать. В первую очередь школьникам продемонстрировали спасательное оборудование. С этим фонарем даже ночью сотрудники МЧС готовы к работе. А вот гидравлическое оборудование и пилы. А для металла инструмент другой, но демонстрация его не менее яркая. После знакомства со спасательными гаджетами ребятам показали автомобиль и форму пожарных, боевки, в которых не страшен огонь. Смотрите, целый скафандр. Называется этот костюм теплоотражательный. Вот как раз в нем-то, ребята, можно подходить практически вплотную к огню. Он выдерживает очень высокую температуру. Смотрите, полностью закрыт человеческий организм. Начиная со специальных бахил, заканчивая специальным капюшоном. На сладкое для ребят приберегли совсем уж фееричное зрелище – тушение горящего поддона с помощью порошкового огнетушителя. Увидев принцип работы спасателей, школьники были поражены. У них работа очень трудная. Они... У них должна быть сила, не то что слабенький вот такой вот, слабеньким ничего не получится, тут нужна сила в этой работе. Мне понравилось больше всего то, что там тушили пожар огнетушителем и показывали, ну, как спасатели спасают. Мероприятие оказалось не только интересным, но и познавательным. Недовольных праздником, организованным спасателями, не оказалось. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.